Билет в будущее получит 10 июня 515 выпускников школ Слуцкого района. В этот день им вручат аттестаты, пройдут выпускные. А в день последнего звонка, 30 мая, для школьников устроили большое торжество. На стадионе технических видов спорта собрались 9-11-классники, педагоги, родители. Самые главные участники праздника «Билет в будущее» – конечно же, 11-классники. Им аплодисменты и самые лучшие пожелания от гостей. Встречайте выпускников средней школы номер 11! Среди выпускников обладатель бронзовой медали на международной конференции молодых ученых, победители третьего этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам, победители республиканских и международных научно-практических конференций. Запомним мы. Сегодня вы самая активная часть общества, со своим мировоззрением, новыми взглядами, желанием сделать жизнь лучше. Вам предстоит приумножать экономический и интеллектуальный потенциал нашей страны, сохранять ее культурное наследие, заботиться о ее процветании. Мне приятно видеть, что юное поколение нашего района ставит перед собой амбициозные задачи, успешно реализует себя в творчестве, спорте, учебе, стремится активно участвовать в общественной жизни. Молодость – возраст смелых дерзаний, удивительных открытий, время, когда человек выбирает свой жизненный путь. Я от души желаю, чтобы каждый из вас оправдал надежды, которые возлагают на вас государство, общество, а также близкие люди. И пусть, как говорили древние, чувство благодарности к ним послужит для вас стимулом к благодеянию. Пусть ваши амбиции будут только созидательными, а все планы о будущей профессии обязательно воплотятся в жизнь. Какую бы дорогу вы ни избрали, всегда оставайтесь честными и порядочными людьми. Всех с окончанием учебного года. Здоровья, мира в семье и любви в сердце. Дорогие выпускники, я очень горжусь, кто стал причастен к вашей судьбе, что система образования Слуцкого района растит такое целеустремленное, всесторонне развитое молодое поколение. Ничего не бойтесь, вы отучились в школе не просто так. За прошедшие годы учителя и родители успели вас подготовить к новому этапу взрослой жизни. Сегодня, когда я смотрю на вас, понимаю, вы справитесь, и даже больше. Вы дети технического прогресса, с гибкими умами, мощной памятью, нестандартным взглядом на жизнь. Веру, что именно ваше поколение изменит мир к лучшему. Вы взяли удачный старт, и я верю, что вы также блестяще выдержите и все другие испытания. Важно, чтобы вы помнили, вы не одни, с вами рядом ваши родители, учителя, товарищи. И как бы это пафосно ни прозвучало, белорусское государство, которое создает вам условия для профессионального роста. Лучшие учащиеся школ района отмечены благодарностями председателя Слуцкого райисполкома. Стипендиаты спецфонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов получили свидетельства о награждении премиями. Самые спортивные и творческие ребята награждены грамотами начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома. Чествовали и педагогов. А годы льются, и в дверь нам ее стучится. Хоть с вами жизнь мы прожили без бед, но все же нам придется расходиться. 11-я роза, 11 счастливых лет. Я буду вспоминать, как Thank you.
танцевальный марафон, флешмобы, дискотека и шоу барабанщиков. Отличное настроение и яркие эмоции. Пусть у вас всегда будет повод для радости, дорогие выпускники. Смело идите к своей мечте. Успехов! В январе пусть льется серый дождь, к нему.